Поменять милицию. Ведь просто поменять. Это неправильно. Значит, должен быть какой-то механизм. Да, первый, наверное, этап – это люстрация. Возможно, люстрация тех людей, которые, извините, проходили службу через Донецкий регион. Потому что мы пока практика показывает, что практически год, вся милиция, прокуроры, все главные, они прошли Донецкий регион. И все тем или иным способом повязаны. Второй момент – это, наверное, их причастность к тому или иному бизнесу. Как известно, господин Захарченко обладает очень большим, семья его обладает очень большим бизнесом. Наши поездки, наши. Это приятно. И поэтому в данном случае хотелось бы, чтобы и от вас тоже какие-то звучали предложения по механизму, который бы мы могли потом реализовать в плане изменения правоохранительной системы и ее структуры. Большое спасибо за внимание. Слава Украине!